cachorro, velho. Dislikes com, cancelas com. Leal, porra, com. Apanha-me, de. Apanha-me, de. Vendes David 34. Apanha-me, de. Uznham-me, de. Vem no caio, outro caio. Apanha-me, de. Саша, селедка. Сначала проплосит, потом оценочку давай. Оценочка за деньги. Да, но нам надо записать, а потом отдельно выпуском. Да, у нас будет сегодня оценочка 10 фунтов. За привод показ оценочки. У нас мало народа, Костян. Не знаю, но он же. Ну что, хрен. А у меня один вопрос. А еда когда будет? Еда. Ага. Ну подождай. В четвертом сезоне, походу. Ну жди, жди. У нас это, Если селедка это была еда, ну давайте пиццу закажем. Блин, короче, смотри, у нас нашел первый скандал. Наш участник недоволен. Так, первый. Ну потому что Саша же... Я не был голоден. Бля, Саше тоже... Саше тоже вышло неудобно. Ваша реклама здесь всего за 800 вместо 1000 за показ. Костян, у тебя есть газ дома? О, видишь, Катюша сообразила. А есть газ все-таки? Она не работает. Все, надо одно время. Катя, ну как так-то? Я слышу работает, потом слышу не работает. Тут какая-то система непонятая. Надо подержать. А потише как сделать? А надо все время стоять и держать там? Не, надо Короче, ребята, сегодня последнее будет шоу с Костяном. Костян решил, нахера ему шоу, я лучше в хоккей буду играть. А что последнее, я не понял. А, ну конечно, да, что я смогу заплатить. Еще и за первое шоу. Для панкейков. Готов заплатить 10 косарей и дайте мне пап. Ну и как бы они тебе дают пап. И ты типа как бы спокойно можешь стать, вот типа как бы хозяином паба. Ну, только единственное проблема, что ты будешь продавать только, типа, только их пиво, и все, остальное будет прикольно. Друзья, когда вы будете смотреть это видео, как видите, пришлось продать телевизор, чтобы продолжать наши выпуски. А, так подожди, у нас без музыки. Там просто звук еще убавили. East like com, CS like com. Lel, pop, com. Панем, ды***. Панем, ды***. Венс, Дэвид, 34. Панем, ды***. Узнем, ды***. Вену каю, отру каю. Банем, да. Что это? Это...